Хорошие новости стана торпеда. Дэвид Немировский останется на посту главного тренера. Новый контракт рассчитан на один сезон. Немировский неоднократно заявлял, что хочет остаться в торпедо. В Нижний Новгород он приехал 2 года назад. На протяжении 2 сезонов подряд тренер выводил автозаводцев в первый раунд плей-офф. В этом году нижегородский клуб стал одним из самых результативных во всей континентальной хоккейной лиге. Продлил контракт с торпедо и воспитанник клуба Данил Веряев. Обладатель Кубка Харламова 2015 продолжит выступать за торпедо как минимум один сезон. Веряев провел за автозаводский клуб 200 матчей и набрал 35 очков по системе гол плюс пас. Еще одна новость касается менеджмента клуба. Новым генеральным менеджером «Торпедо» назначен Максим Гафуров. В последнее время он работал директором по развитию в известной спортивной организации «Инстат». В этом году вышел в финал конкурса на пост министра спорта Нижегородской области. Александр Быков, «Время новостей».